Но теперь встречайтесь. Самолет приглашается. Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Московская область, Самарская область. Вот мне даже интересно стало, а каталась ли когда-нибудь Лиза Худайбердиева в Самаре? Егор Базин, наверное, застал те времена, когда еще в старом дворце спорта проводились этапы Кубка России, а Лиза-то, наверное, нет. Это первое пришествие Елизаветы Худайбердиевой в Самару со спортсменом, который этот... город считает фактически своим вторым домом наряду с Тольятти. Елизавета Худайбердиева, Егор Базин на льду. Большие мастера, что уж говорить, мне сложно сказать, помогают, либо сковывают родные стены Егора Базина, но однозначно это очень серьезная ответственность выступать перед домашней публикой. Однако же сейчас сложилось впечатление, что настолько свободно и раскованно катались спортсмены, что ни о каком давлении речи просто не заходило. Был потрясающий прокат, просто шикарный. И добавлять какие-то технические огрехи здесь просто не стоит. Во всяком случае, со стороны их не было заметно абсолютно. Прекрасная скорость, великолепная синхронность, шикарные находки и движения. То есть ни малейших претензий вообще не думаю. Не может быть ни у публики, ни у тренеров. Ну и в целом этот прокат получился действительно достойным уважения, аплодисментов. И сейчас Лиза с Егором показали, что на самарском льду они готовы сворачивать горы.
Давайте еще раз посмотрим за этим танцем, за медленные повторы. Ну, здорово. Что говорить, здорово. Денис Самохин и Олег Судаков тренируют эту пару. И сейчас со спокойной душой, я так думаю, тренеры ожидают оценок, потому что прекрасно понимают, что футболисты сделали все возможное. Ну вот, кстати, сейчас на заменном повторе можно заметить малейшее несовпадение, небольшое рассинхронно, но в динамике танца этого было не видно. Всем спасибо, всем привет. На казанском этапе... Так, нет, на сочинском этапе Худый Бердиева Базин за ритмический танец получили 84,23 балла. Сейчас остается возможность сравнить. Ой, оценки существенно больше. 90,74 балла. Зал ликует, довольные сами спортсмены и тренеры. Они уверенно лидируют соревнования.